С 1 октября в Отбасыбанке меняют условия ипотечного кредитования. Изменения коснутся промежуточного займа, а именно вырастут ставки с 7 до 11,5%. С чем это связано и как это отразится на рынке недвижимости, узнавал Еламан Раимбеков. Процесс покупки квартиры по льготным процентам теперь растянется на полгода. Либо придется платить по повышенным тарифам, которые начинают действовать со следующего месяца. Допустим, если вы сейчас решили взять в ипотеку жилье и внесли 50% от стоимости квартиры, то годовая ставка для вас, как и раньше, будет на уровне 7-8,5%. Но уже с 1 октября ставка вознаграждения составит 11,5% для тех, кто намерен купить жилье сразу. Но если клиент будет копить, обеспечив 50% от стоимости жилья, будет кредитоваться через полгода, то ставка по кредиту у него будет такая же, как и сейчас – 7-8,5%. Для тех, кто имеет накопление в Отбасыбанк, а таковых сейчас больше 400 тысяч, процентные ставки останутся прежними. Как утверждают банкиры, нововведение направлено на то, чтобы клиенты начали копить у них в банке. Изменение процентных ставок скажется на рынке недвижимости, уверена эксперт Анна Шацкая. Цены за квадратные метры будут проседать, и сделок купли-продажи станет существенно меньше. Те тенденции, которые мы наблюдали в начале первого полугодия, они будут сохраняться. То есть спрос будет снижаться с некоторыми колебаниями, возможно. Новые тарифы не затронут госпрограммы «Нурлы жер», «Бақытты отбасы», «Аскери баспана», «Шаңырақ» и региональные проекты кредитования молодежи. Еламан Раимбеков, Влад Шишко, Информбюро.